Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Радиослушатель Макс Радлер. Холст, масло 63/49. Немецкий живописец Макс Радлер по первому образованию был художником-декоратором. В 1923 году он поселился в Мюнхене и учился в школе у одного из знаменитых представителей новой вещественности Георга Шримпфа. Радлер воспринял стиль наставника. В 1930-х годах он присоединился к авангардистской и провокационной группе молодых художников-экспрессионистов из Берлина. Представленная работа показывает одно из характерных направлений новой вещественности. Мастера предпочитают творить на темы современной техники. Смысл картины в идолоподобном образе радиослушателя. Он символ наступившей технократической цивилизации. Ну вот такое описание к работе «Радиослушатель» Макса Радлера я нашел в интернете и пользовался текстом книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.